наступлением осени видимость на дорогах становится хуже. Темнота делает пешеходов практически незаметными на дороге. В столице Чувашии продолжается всероссийская социальная кампания «Пешеход на переход». Она продлится до 1 декабря. Сегодня регулировать дорожное движение и следить за соблюдением безопасности вышли юные инспекторы. Еще что надо сказать? Не нарушайте правила дорожного движения, берегите себя и своих близких, да? Уже совсем скоро эти малыши будут переходить дорогу самостоятельно, без сопровождения взрослых. Чтобы закрепить детские знания правил безопасного поведения на дороге, сотрудники детского сада номер 200 при содействии сотрудников госавтоинспекции организовали мероприятие с привлечением водителей. Сегодня наш детский сад проводит социально-профилактическую акцию «Дорожная азбука устами детей». Мы целый год нацеленно работаем на обучение детей правилам дорожного движения, соблюдение этих правил на дорогах нашего города. И сегодня мы вышли, чтобы еще раз напомнить и нашим детям, и пешеходам, и водителям, какими внимательными нужно быть на дорогах. Каждое третье дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием или по вине пешеходов. А ведь всего-то надо переходить дорогу в специально отведенных местах. Это решает, если не все, то очень многие проблемы. Подразделение госавтоинспекции всегда с готовностью отзывается на инициативу детских садов и средних образовательных учреждений о проведении таких мероприятий. Смысл мероприятия заключается в том, что, как мы рассчитываем, а также и воспитатели думают, чтобы привлечь водителей к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. Мы надеемся, что когда непосредственно дети будут обращаться к водителям, это больше отложится в их памяти, и как бы они надолго запомнят то, что дети за безаварийную езду. Перед самым оживленным перекрестком города дружный коллектив дошколят в ярких жилетах провел небольшой флешмоб с призывом всегда пропускать пешеходов на зебре. А гитанец не остался незамеченным. Алена Жукова, Александр Петров, Республика.